видение в комментарии Сулама. 10 сфирот. 3. И хотя мы насчитываем 10 сфирот, они составляют не более чем 5 бахинот, называемых кетер, хохма, бина, тиферет, малют, суть которых тщательно разъяснена во введении в мудрость кабалы от ее начала до пункта 7. Ты тщательно разберись, что там написано, ибо здесь не повторяются все подробности, приведенные там, а в них суть этой мудрости. Десять сфирот мы насчитываем, потому что сфират, а тиферет состоит из 6 сфирот, называемых хесед, гура, тиферет, тиферетница, хот юсот. Хесед, гура, тиферетница, хот юсот. Юсот, хот ницах, тиферет, гура, хесед, гура, тиферетница, хот юсот. И поэтому их 10. О причине этого сказано в предисловии книги Зар, в Марот ха-Сулама, на странице 5. И эти 5 бахинот, кетер, хохма, бина, тиферет и мальхут, различимы в каждом неецале и в каждом невра. И эти 5 бахинот, кетер, хохма, бина, тиферет и мальхут, различимы в каждом нецале и в каждом невра, то есть творение. Смотри объяснение понятий мацель и боре, как в общности всех миров, представляющих собой 5 миров, называемых Адам, Кадмон, Ацилут, Брия, Яцира, Асия, и соответствующих 5 пхинот, кетеру. Выступление в книгу Зоар 5. И поэтому здравый смысл заставляет нас понять противоположное тому, что лежит на поверхности, и прийти к заключению, что мы на самом деле весьма благие и возвышенные.
творения до такой степени, что нет предела, что нет предела нашей значимости, что то есть тело обстоит именно так, как надлежит и как подобает мастеру, составшему нас. Ведь о каком претерпекте наших тел ты бы не пожелал поразмыслить после всех возможных разъяснений, какие ты только сможешь себе предложить. Он укажет не на кого иного, как на Творца, создавшего нас и все наши качества. Ведь ясно, что Он создал нас, а не мы. К тому же Он знал всю череду событий, которые начнут происходить благодаря этим качествам и тем более дурным наклонностям, что Он посеял в нас. Что Он посеял в нас. Но об этом-то мы говорили, что мы должны посмотреть в конец дела, и тогда мы все сможем понять, как говорит пословица: не показывай дураку вещи в процессе работы над ней. Вступление в книгу Зоар 5. И поэтому здравый смысл заставляет нас понять противоположное тому, что лежит на поверхности, и прийти к заключению, что мы на самом деле весьма благие и возвышенные творения до такой степени, что нет предела нашей значимости, что то, что есть, то есть тело обстоит именно так, как надлежит и как подобает мастеру, создавшему нас. Ведь о каком бы дефекте наших тел ты бы не пожелал поразмыслить после всех возможных разъяснений, какие ты только сможешь себе предложить, Он укажет не на кого иного, как на Творца, создавшего нас и все наши качества. Ведь ясно, что Он создал нас, а не мы. К тому же Он знал всю череду событий, которые начнут происходить благодаря этим качествам и тем дурным наклонностям, что Он посеял в нас. Но об этом-то мы и говорили, что мы должны посмотреть в конец дела. Что мы должны посмотреть в конец дела, и тогда мы все сможем понять.